Добрый день, уважаемые друзья! Давно мы не выкладывали никаких новинок, но, несмотря на активное празднование, компания «Агроформат» не бездельничает в этот период. Мы получили кучу новинок и продолжаем серию наших обзоров. Хотим представить вашему вниманию очередное изделие от компании «Матенг». Это мульчер с дополнительной автоматической приставкой для удаления сорняков в приствольной зоне. В первую очередь в садах, парках, ну и прочих насаждениях. Хорошо работает по ягодам, по кустарникам. Данный агрегат скомплектован на базе стандартного мульчера FUS компании Матенг. Мы такую модификацию поставляли неоднократно. Мульчер себя прекрасно зарекомендовал. Он укомплектован усиленным редуктором с обгонной муфтой, хорошими молотками. 860 грамм вес одного молотка. Открываемая задняя крышка. Ремни с системой автоматического натяжения, то есть не будет прослаблений, будет четко работать. Боковая лыжа, обслуживаемый опорный каток, рабочий вал движется со скоростью 2200 оборотов в минуту. Есть система гидравлического смещения. Впрочем, все сделано добротно, качественно, как и на всех товарах, поставляемых компанией «Агроформат». Что касается особенностей и в чем новинка. Новинка заключается вот в данной гидравлической надстройке. Каким образом она устроена? Из чего состоит в первую очередь? Привод осуществляется через насос, предустановленный непосредственно на редукторе мульчера. Масло находится в расширительном бачке. И непосредственно рабочий орган вместе с цилиндром. На бачке мы можем наблюдать дополнительные клапана. Датчик температуры масла. Спереди у нас установлен вентилятор для охлаждения масла привода бокового диска. Сапун сверху бака. Рукава высокого давления. И подача непосредственно на гидромотор, установленный на рабочем диске. Принцип работы прост. У нас есть сенсор, щуп, который при наталкивании на дерево, препятствие, этим препятствием может быть и забор, и может быть столб, все что угодно, открывает клапан, вот этот автоматически диск отбрасывается назад и прячется непосредственно за раму мульчера. Как только давление у нас исчезает, щуп возвращается обратно, закрывается клапан, на свое рабочее место, на базовое рабочее положение возвращается непосредственно диск. Рабочие органы диска — это два мощных ножа в плавающем положении, дополнительно нижний диск опора. Ножи сделаны из хорошего сплава, хватать будет надолго. Из-за того, что все сконструировано на гидравлике, есть дополнительная система защиты от повреждений либо разрывов. Этот мульчер уже продан, но у нас есть еще несколько штук. Серия будет постоянно поставляться в Россию.
Она себя уже неплохо зарекомендовала. Многие клиенты, наши любимые садоводы, долго ждали эту машину. Она наконец к нам поступила. Надеюсь, все будут довольны. По любым вопросам обращайтесь, звоните, пишите. С удовольствием на них ответим. У нас много есть что предложить. Самый большой выбор мульчеров в наличии в России для садовода, овощеводов, виноградников. Все размеры, разные конструкции, все что угодно. Пожалуйста, обращайтесь, будем рады вам помочь.